Нож Граф, победитель выставки «Охота и рыбалка». Начинаем тест. Начнем с кеды. Самое толстое место выбрал, где самая толстая подошва. Справились. Дальше берем чисто резиновый сланцы. Справились. Покажу вам то, что у ножа не только рез, но и ударные нагрузки хорошо держат. Бью сколько есть силы. И ударные, и боковые. В конце порежу помидор. Фрукты, овощи тоненько нарезать. Помидор уже замерзл, давайте другую возьмем. Пожалуйста, смотрим сам нож. Нож Граф, Дамаск, 2000 слоев, режущее качество шикарное. Рукоять стабилизированный граф. Очень удобно, нож лежит в руке. Литье у нас из серебра. Ножны из натуральной кожи в комплекте. Документы в комплекте. Рекомендую всем. Для заказа обращайтесь директно на WhatsApp. Контакты в описании.